Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как вы пришли к тому, чтобы создать проект Magic Reality? Вообще, для чего он нужен? Наша основная цель – это убрать возврат товаров, заказанных через интернет, потому что это является огромной болью как для покупателя, потому что он не понимает, подойдет ему та или иная вещь, так и для продавца, чтобы не брать на себя затраты на возврат товара. То есть вот этот момент мы решаем. У нас есть готовое решение, которое интегрируется в любой бизнес. Неважно, это крупный маркетплейс, либо это девушка продает какие-нибудь сережки, которые самостоятельно делает через Инстаграм. А кто-то заинтересовался уже этим проектом, чтобы сотрудничество организовать? Да, мы стартап только-только зарождаемся, поэтому у нас уже есть соглашение с брендом Росена. Это бренд одежды именно в Перми. И сейчас мы подключаем уже другие бренды. Наша основная цель – выйти на крупные маркетплейсы и дать эту возможность примерять товары через интернет. И вот наша цель. Вот вы сказали «примерять товары». Вот могли бы вы кратко описать, как вообще это будет выглядеть, чтобы каждому зрителю было понятно, о чем вы говорите? Этот процесс очень похож на реальную примерку, то, что вы испытываете, когда приходите в магазин. То есть вы видите товар, допустим, в интернете, рядом с кнопочкой «Купить» у вас появляется кнопочка «Примерить». Вы нажимаете, у вас включается камера, неважно, телефон это или ноутбук, и вы видите в режиме реального времени себя и тот аксессуар, либо одежду. Вы можете поворачиваться, то есть все это в режиме реального времени, не требуется никакое скачивание приложения, и это решение полностью независимо от марки телефона. То есть это может запускаться даже на очень слабых устройствах. Это будет новинка для российского рынка, и на какой опыт вы уже это ориентировались при создании проекта своего? В этом направлении мы не первые. Есть крупные игроки рынка. Допустим, в Анабе есть такая компания из Белоруссии. Вот. Но на данном этапе в России нет ни одного игрока, который дает возможность именно примерять трехмерную одежду, реальную одежду, потому что мы переносим не трехмерные модели, нарисованные в графике, а берем реально живой объект, там, пусть это очки будут, либо это обувь, и человек видит прямо, как оно выглядит. То есть фактура ткани, цвет. Поэтому вот. А как вы считаете, эта новинка заинтересует индустрию мод? Абсолютно, абсолютно, потому что это, повторюсь, это уменьшает возврат товара, что является очень плюсом для продавца, что он уверен в покупке, в продаже, точнее, своего товара. Так это совершенно новый опыт для покупателя, потому что многие люди, даже если мы берем очки, они тратят по 2 часа, чтобы выбрать, подходит им та или иная модель. А главной нашей целью в этом году это является совершить революцию в размерах. То есть мы хотим убрать вообще эту функцию выбора размера, как одежды, так и какого-то аксессуара. То есть с помощью камеры можно считывать размеры с точностью до 0,5 сантиметра. Вы видите, как товар на вас смотрится, и при этом автоматически подбирается именно ваш размер. То есть высокие технологии – это всегда большие затраты. Вот здесь, в вашем случае, то есть насколько это все капиталоемкий проект? Здесь было решение создано не благодаря, а вопреки. То есть как изменения у нас в стране произошли. Я разработчик достаточно с большим опытом, уже более 8 лет в компьютерном зрении. И я всегда понимал, что есть зависимость от каких-то крупных игроков корпораций или какое-то ограничение в том или ином устройстве, что мне не нравилось. И вот в течение, получается, чуть более года вот это решение было создано. То есть вот год пытливой работы. Угу. А на стартап-туре в Перми как раз этот проект, каковы шансы? Здесь мы участвуем не в рамках конкурса, здесь я как спикер, но уже интерес от некоторых компаний Сколково уже есть к этой технологии, поэтому мы сейчас будем действовать правильными шагами, и я думаю, что к лету этого года мы уже будем достаточно известной компанией. А вообще участие вот в стартап-туре, насколько повышает шансы, да, допустим, каких-то компаний выходить на федеральный уровень, получать поддержку?
В любом случае, такие мероприятия очень полезны. Это нетворкинг, это общение, это расширение круга общения и обмен опытом. Поэтому такие мероприятия, они очень полезны. Спасибо большое за беседу.